лучший в городе специалист по электронным охранным системам. Нам нужна ваша помощь. Если вы нам ее не окажете, мы вынуждены будем убить вашу жену и ребенка. Пожалуйста, отпусти мою семью. Выпусти меня! Что ты с ними сделал? Я всю ночь возил трупы в фургоне. А сегодня утром сломал женщине челюсть, потому что Ирку с Илюшкой какой-то псих взял в заложники. Все когда-то приходится делать первый раз, Игорь Иванович. Ты знаешь, что человек испытывает категорический страх перед выбором? Из всех возможных решений ты всегда выбираешь самое плохое. Еще пару часов назад я собирался вернуть тебе твою семью. Игорь, ты же обещал сделать все, что они скажут. Черт возьми! Я тебя найду. Даже если у меня на это уйдет вся моя жизнь.